Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор на холодильник Атлант марки MX2822-80 специально для большого интернет-магазина 7745.by. На сайте холодильник данной модели стоит чуть более 500 рублей. Это бюджетная модель, рассчитанная на небольшой объем продуктов, оптимально для одного человека. Общий объем холодильной камеры 190 литров, морозильная камера объемом всего лишь 30 литров. Годовое энергопотребление 266 кВт в год. Используемый хладоген в системе изобутан. По габаритным размерам холодильник имеет ширину 60 см, высоту 131 см и глубину 63 см. Вес его составляет 47 кг. Откроем холодильник и оценим внутреннюю начинку модели. Ручка для открывания двери пластиковая, сделана из крепкого пластика приличной толщины и надежно закреплена болтами, такая точно не сломается со временем. Внутри холодильной камеры первое, что бросается в глаза, наклейка с техническими характеристиками, маркой заправленного холодоагента, электропотребление и, разумеется, полезный объем всех отделений холодильника. Холодильная камера имеет три стеклянные прозрачные полки, которые легко можно установить на нужную высоту и зафиксировать с помощью пластиковых фиксаторов. Для хранения фруктов и овощей внизу есть два выдвижных ящика. В комплекте также идет формочка для кубиков льда и лоток для яиц на 8 штук. Количество дверных балконов 7. Два сверху закрываются прозрачными крышечками. Самый длинный и вместительный балкончик – нижний. Качество пластика хорошее, его не назовешь хрупким, он гладкий и приятный на ощупь. Морозильная камера довольно маленькая, это особенность данной модели, учитывайте это при заказе. Запорный механизм двери надежный, из плотного морозостойкого пластика. Дверца камеры благодаря ему хорошо прижимается. Уплотнительная резинка на дверях сделана качественно, она эластичная и гибкая, при закрывании плотно прилегает благодаря магнитам по периметру. Следует обратить на нее повышенное внимание. Если она будет неплотно прилегать, на внутренних стенках камеры появится наледь. Компрессор чаще будет включаться, будет потреблять больше энергоресурсов. Следует отметить, что двери в данной модели можно легко перевесить на любую удобную для вас сторону. Для этого нужно открыть заглушку на другой стороне, открутить и переставить дверь. Управление у данной модели механическое. Количество позиций регулятора 6. В холодильной камере имеется подсветка. С завода стоит стандартная лампа накаливания под цоколь Е14, которую при желании можно легко заменить на светодиодную. Для размораживания холодильной камеры используется капельная система, поэтому иногда стоит осматривать дренажное отверстие и канал на предмет загрязнений, чтобы вода могла беспрепятственно стекать в емкость над компрессором. Чтобы разморозить морозильную камеру, придется отключать весь холодильник, открывать дверцы и ждать, пока весь намерзнувший лед растает. После чего убрать воду сухими тряпками и можно снова запускать его в работу. Данную операцию рекомендуется проводить не реже одного раза в 6 месяцев. Надежный холодильник проверенного производителя. С конструкцией проще некуда. Бюджетный и компактный. Если вам нужен небольшой холодильник, это ваш вариант. Надеюсь, мой отзыв будет полезен. Оцени видео своим лайком. Спасибо за внимание и всего вам доброго.